Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибывший в Брюссель на встречу с главами МИД стран НАТО, высказался за полное нефтяное и газовое эмбарго в отношении России, а также заявил журналистам, что Альянс должен поставлять Киеву любые виды оружия, включая самолеты, бронетехнику и средства ПВО. «Моя повестка очень проста, в ней только три пункта. Это оружие, оружие и еще раз оружие. Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас – это обеспечить ее всем необходимым для сдерживания Путина и нанесения поражения российской армии на Украине». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников направить различные системы как легких, так и тяжелых вооружений для нужд украинской армии. Украина ведет оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения. НАТО предоставило Украине поддержку, но не собирается посылать войска. На нас лежит ответственность по нераспространению эскалации за территорию Украины. Это может быть еще более опасно и разрушительно, и может принести еще больше смертей. Выступая в штаб-квартире НАТО, глава украинской дипломатии также подчеркнул, что в ситуации, которую переживает его страна, оружие, цитата, «служит целям мира».